В Люберцах состоялся финал ежегодных соревнований «Веселые старты». Так как 2024 объявлен годом семьи, мероприятие прошло под девизом «Спорт и семья едины». В проекте принимали участие воспитанники детских садов городского округа и их родители. Как проходила борьба за звание самых ловких, сильных и смелых, покажем в следующем сюжете. На финишной прямой встретились 12 команд, которые отстаивают честь своего дошкольного учреждения. Перед тем, как попасть в финал, эти малыши вместе с родителями прошли два отборочных этапа. Сейчас предстоит борьба за звание абсолютного победителя. Сегодня в этом зале присутствуют самые сильные, самые смелые, самые ловкие и умелые ребята. Правильно я говорю? Самое главное, что они сегодня счастливые. Потому что рядом папа и мама. В этот праздничный день я хочу пожелать вам успехов, удачи, хорошего настроения. Ну и пусть победит сильнейший. В каждой команде по 6 малышей, инструктор и родители. Мама и папа вместе с детьми выполняют непростые задания. На скорость преодолевают препятствия и передают эстафету следующему участнику. Мы пришли со своими детьми из детского сада. Мы защищаем 41-ю гимназию Люберецкую. Детские сады, которые присоединены. Вот, с детками вообще в команде. С мужем. Я считаю, что это замечательный субботний семейный день. Поэтому я рада, что я здесь. Это финал больших традиционных соревнований, которые начались еще весной. Сначала проходит отбор дошкольный, потом по кустам дети играют, а это уже финал. Конкурсанты справляются хорошо. Довольно-таки очень сильный отбор в этом году. Дети действительно подготовлены. И очень многие из них сдали уже ГТО и на золотые знаки. Судили выступления спортсменов, учителя физкультуры люберецких школ и гимназий. После каждой эстафеты они выставляли командам баллы. Всего в финале было предусмотрено 8 призовых мест. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.